Вот, друзья мои, царство сосен и царство истины. Вот мы сейчас наблюдаем, собственно говоря, картину Шишкина, допустим, да? Просто вот я вам сейчас на смартфон Honor 50, я это снимаю. Картина Шишкина, видите, какая дичь, поваленные, могучие сосны. Но это вот результат урагана. Вот он здесь прошел. Ну, про этот ураган вы, наверное, слышали. Сейчас у нас какое 6 августа, да, получается. Сейчас подожди, я посмотрю. Ну, где-то с неделю. Может, 10 дней назад он был. Вот. Дата времен на моем телефоне. И вот, понимаете? Не то, что даже. Не, не, не то сказано, что это место силы. Я абсолютно уверен, хотя я мало где был. Но я уверен, что это сильнейшее и лучшее место на Земле. Здесь даже не вполне такое, знаете, не вполне ты понимаешь, что ты на земле находишься. То есть здесь нет такого даже мысли, не хочется допускать, что земля круглая, что все это лишь регион, лишь определенное место. А здесь ощущение, что вот это все бесконечно. То есть у этого леса, по которому я сейчас иду, что у него нет конца, что он царь, он бесконечен и все проникающие, понимаете? Вот мы сейчас как раз выходим, сейчас тут будет опушка и футбольное поле. Здесь когда-то было, сейчас посмотрим, что здесь сейчас. Здесь я не ходил уже, Сколько уже на глухой это не ходил, получается, с 20 -го года. По-моему, 21 го по-моему, не был.